Да, прощайте. Рубиченко, Рубиченко, колпак сними. Че? Колпак сними. А, извините, привык как-то за год. Ага, привык за год, да. А он числится. Если каждый будет по колпаку уносить, что будет? А? Вот на свободе устроишься поварить, тебе другой выдадут. Вон отсюда, вы здоровы! Нет, нет, я псих! Ненормальные. Доброе утро. Ну как, что открыли между строчек? Да что? Нового про Ельцина. О, подождите, подождите, ребята. Позвольте мне сказать. Видите ли, опаздывать изволили. Да будильник не завела. Непорядок. Каждое утро. А может, часы подвинуть? Ну какие? Не, не может это быть. Нет. Аккурат, 8. Да. Несчастный брызг! Благополучно. Приземление, Марк Иванович. Чтобы духу твоего здесь не было. Чтоб глаза мои тебя больше не видели. Молодец, молодец. До свидания. Сожрать себя не дам. А представь, ничего. Ну и чё? Господи, как хорошо. Ну, за встречу. А я... Well, well, well. Глазам своим не верю. Мираж. Рубик пожирающий христианский символ на холмах вечного города. Ты чё, память при Сиракузах отшибла? Я сейчас тебе
таких ракузов. Покажу. Валерка. Ну? Мармелад. Ай, мармелад. Осторожно, осторожно, ребра целы. Позвоночник целый. Позвоночник на нем все держится, понимаете? Это все. Минута. Варюга, это мой друг. А. Слава богу, хоть это цела. Мармелад, ты что, Богу веровал? Где спер? Да, я верующий. У тебя что, крыша поехала? Что ты мне горбатого лепишь? Ой, мамочка. Ну, если это мамочка, то я ваш папочка. Папочка, все в порядке. Просто встретил друзей давно отшумевшей юности. Очень приятно. Прошу любить и жаловать, моя жена Павлина Васильевна. Папочка, поговори с друзьями о Кафке. А мы с Родиком должны на секундочку отлучиться. Хорошо. Извините, пожалуйста. Привет. Очень приятно. Звезда оперета и мюзик-холла на покое. Браво. А это кто? Что за жуткие персонажи? Филимон и Маруся. Марк Иванович. Хорошие ребята. Но в разведку командчим я с ними не пошел. Скальп жалко. Павлина Васильевна, вы поймите, нужно освободить проснувшиеся чувства. Понимаете? А вы знаете, вот моему мужу это не дано, но вы должны его понять. Он творческий человек, почти кинорежиссер. Ой, вы просто прелесть. Шалун. Мармелад, чем ты промышляешь? А я, Рубик, давно сменил амплуа. Ну, с одной стороны, это, а с другой я костюмер на киностудии. Костюмы? Нет, просто без меня бы кино не было. Но это не та фирма, которая вяжет веники. Ведь, умоляю, какая сейчас вяжет? А вот это вяжет. Иконы! Они. Сейчас тебе все объясню. Такой бы нашим в отделении. Какое еще отделение? Он психоаналитик, не обращайте внимания. Вот про это тебе и говорил Рубик. Сначала психоаналитик, завтра флюорографик, а послезавтра уже... За циклотроник. Валер, вообще не ребят отличные, Валер. Да? Да. Ну ладно, раз отличные, мы вас... Угощаем. Пошли, пошли, пошли. Ну-ка, пошли отсюда, пьячушки. Чистота залог. Здоровья. Ай, момент. Добренький ты какой. А Прибалтика как же? А при чем тут Прибалтика? Ты Москву-реку когда видел последний раз? Ну, 800-летие? Если сожрать... Ой. Ой-ой-ой. Порядок. Бьет класс. Ой, браво, Мармелад. Взяли, присосались. Так вот. Спектакль должен быть разыгран абсолютно профессионально. Вживайтесь в роли, читайте соответствующую литературу, говорите с знатоками. Знатоки, это которые следствие ведут. Ну, местная шуточка. Ну, конечно же, да, узнают все последнее. Ну, что это такое, Валерьян? Ты ставишь спектакль, мне даже не предлагаешь в нем роли. Ну, что это значит, Валерьян? Это будет для тебя сюрприз, дорогая. Ты свое получишь. Взяли. У меня для всех, для вас, готовы роли. Взяли, присосались. Запомните, отныне вы должны быть более разборчивы в знакомствах. Знакомьтесь с художниками, знатоками древнерусской иконы, искусствоведами. У нас таких не было. Вот, например, здесь рядом живет один Дон Кихот. Между прочим, профессор художественного института. У него такая коллекция древнерусских икон, которая Третьяковке и не снилась. Я сегодня у него был. Поговорил про то, про сё. Такого ему фитиля вставил. Разрешите? Нет, не разрешаю. Я ведь, простите, все это собирал. По нашему бездорожью. На себе выносил. И поверьте мне, как вас? Валерий. Валерий. А по батюшке? Просто Валерий. Так вот, просто Валерий. Я хочу вам сказать... Привет, дядька. Ну что, можно поздравить? Можно. Ну? 5 по рисунку, 5 за композицию. А это Валерий. Не знаю, как по батюшке. Лена. Валерий. Моя племянница учится в Строгановке. Экзамены сдает. Примите, Елена, и мои искренние поздравления. Спасибо. Да, кстати,
Посмотри-ка, Аленушка. Что это такое? А, вот что это? Это вот Валера нам принес. Утверждает, что это 16 век. Хочет с нами поменяться. Новодел конца 19 века. А? Писано специально для староверов, которые покупали эти иконы и дорого, потому что были уверены, что это писано до раскола. Вот, новодел. 19 век. Ну, я и не спорю. Я же не специалист, мог и ошибиться. А кто вы по профессии? Я кинорежиссер. А собирать иконы — мое хобби. Он сразу сел на задние ноги. Знай наших, вот так я его отбрил. Что ты, никак не могу тебя понять. Что ты хотел с этого выкроить? Потом объясню. Главное, как к нему подобраться. Ничего, надо будет, подберемся. Но! Главное, без самодеятельности. Все должно быть умно и профессионально. Да. А как зовут? Варсонофий Евлампович. О, Господи. Такой век не запомнишь. Так вот я и говорю, чтобы выговорить имя интеллигентного человека, надо годичные курсы кончать. С сегодняшнего дня вы пределе серьезном. Ну, взяли? Взяли. И присосались. Простите за некорректный вопрос. А это дело наказуемое или как? Ты не пей. Главное дело. Здрасте, Варсонофий Евлампович. Здрасте, новенький. Да-да. Интересно. Да вас трое. Здравствуйте, профессор. Ну, смыслитель, откуда вы меня знаете? Ну, читали о вас, о вашем горении, о вашей коллекции. Большая такая статья была, где вами восхищаются и хвалят. Откуда? Какая статья? Я ничего да, не знаю. Это, как его, забыл. В иностранном журнале. Вот наш коллега, извиняюсь, 3 дня оторваться не мог от него. Не может быть, я бы знал. Очень редкий, дорогой журнал, профессор. Только вот трудно называется. Вроде вас. Зачитался. А вот только одного не могу понять, профессор. Писал ли с натуры этот, ну, денежная фамилия? Этот, Миллиончиков. Рублев, Дистрофик. Кто Дистрофик? Это ты, Дистрофик. Тихо. Вопрос архисерьезный. И ваш интерес к нему весьма и весьма похвален. Но ответить на него не так просто. На этот счет нет определенного мнения. Высказывание очевидцев, как вы понимаете, не сохранилось. Исследователи же толкуют по-разному. Одни проводят параллель с итальянским возрождением и говорят, да, натурщики были. Другие, ссылаясь на законы церкви, отрицают даже возможность писания небожителей с лиц смертных. Подождите. У меня была замечательная книга по древнерусской живописи. Вот, нашел. Пожалуй, дам вам на вечерок. Но только на один. Спасибо. И так против моих правил. Спасибо. А вы мне вернете вместе с журнальчиком. Да, конечно. Обязательно. В прошлом году моя племянница Аленушка клад нашла. Какой клад? А иконы ее тетки, сестры моей. Ну, вы знаете, потрясающие иконы. Им место в музее. А она не отдает. Вот так набожная, говорит, отдам в церковь. Вот. Она племяннице пишет, с праздником поздравляет, а иконы держит у себя. Какая прелесть! Я... Вы за книжку не волнуйтесь, профессор. Мы обязательно вернем. Давайте вернемся к колокольчику. Вы не знаете, как где родилась эта песня? Вечерний звон, как много дум наводит. До свидания. До свидания. А журнальчик мы завтра вам прямо в институт. Журнальчик засмотритесь сразу. Да. Ой, простите, пожалуйста, я не знала, что у нас гости. Ну что ж, так неосторожно. Ничего страшного, его только это взбодрит. Это как стаканчик портвейна. До свидания. Меня.
местечко. Показывай. Давай, показывай. Давай, давай, показывай. Я дам. Тебя что, дверью по голове шабануло? Не дам, не дам. Она на его маменьку похожа. Понимаю, ностальгия у сиротки проснулась. Нет, отдайте, отдайте, отдайте. Отдайте. Дурачище. Лесной. Последний день Помпеи и Филимона. Индийская гробница. Вообще-то я его оставил в этом мавзолее. Икону жалко. Икону жалко и Филимончики немножко. Чуть-чуть. Пойдем, а? Помогите! Помощь! Помогите! Как ты туда попал? Не знаю! Скажи, как, иначе не открою! Как? Пролезет все! Он такой, он пролезет, давай, а! Помогите! Давай, 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 давай. Икона где? Ну, давай. Вот, так и раз. Где? 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 Где иконы? Не знаю. Ну, полезай обратно. Нет! Подожди, подожди, на место. Подожди. Инквизитор! Я умоляю тебя. Давай, давай, немножко. Поднимись, и все. Рубик, ну прости его. Ну пошел прости. Вон. Ну прости его. Ну, я тебя умоляю. Пошел вон. Хватит. Я все понял. Я больше не буду. Хорошо. Никогда. Все очень хорошо. Ладно, сейчас, поглядим. Мы сейчас поедем к Мармеладу, покажем мою икону. Может, он четвертак. Вот. Четвертак. Мармелад обманет. Она, может, все 300 стоит. Сами продадим. Кому? Бабкам деревни, что ли? Иностранцам. Мне один знакомый фарцовщик в камере говорил, что иностранец за икону себя последние портки снимет. Да, ну где мы их возьмем? Вот где. Нет, нет проходов. Вы куда идете? Ну-ка! Я американец, с группы. Я тоже негр. Вот. Вот группа иностранных. Да, туристы. Садись. Ближе. Контакт. Да здравствует Советский Союз! Шалябин! 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 Do you, извиняюсь, do you English? No, English, no. Вот поэтому говори. Парлеву французский, извиняюсь. No, французский. No, нет, больше ничего. Все, икону давай. Покажи. Икону давай. Дмитрий, давай. Икону покажи. А нет, вы не понимаете. Все поймут. Sono italiano. Итальяно, си-си. Икону показывай. Che bellissima Madonna. Bellissima. Кретино! Идиота! Потом тоже иностранец! Я сам буду тоже брёт, зараза какая! Макароники, плевать на вас! Рубик, а что теперь с этим делать? А в ломбард нельзя? В ломбард! Кретино! Идем в монастырь! А там купят? А я умоляю тебя, умоляю! Проклятие!
хорошей картины из жизни татар. Девочка, где Валерий? О, там, обычно. Одну минуточку, почему поставили? Извиняйте, пожалуйста. Уберите это все, уберите. Площадки нет на место актеру, понимаете? Конечно, уберите. О, сегодня не площадку. Так, еще думать. Скажите, вот Валерик, он по костюмам главный. Вон там на галерее. Ага, спасибо большое. Побежали. Начали! Мармелад! Валерка! Иди. Вот. Рублев? Рублев. Рублев на 50. 250. Где взяли? Где взяли? Где взяли? Экспроприировали, извиняюсь. Статья 144, часть 1. От 2 до 5. Как? Чтоб больше этого не было. Надо делать так, чтобы люди сами приносили вам иконы. Тогда это будет статья 147, до 2 лет. Понятно. У кого экспроприировали? У Варсонофия. Дом ты такой. Боже мой, быть в таком доме и так бездарно все это использовать. Не кричи, Валер. Товарищ Пастила. Мармелад. Валер, Лампич нам больше не нужен. Нам нужна его сестричка, невеличка, бабулечка-матреночка. Живет, правда, здесь далеко, но икон у нее как таракан в башке у Филимона. Адрес. Да подожди ты. Адрес. Ага. Так. Надо ковать железо, пока оно есть. Ага. И срочно ехать. Куда? Куда? Туда. Кому? Вам. Кому? К ней. И делайте все, что хотите. Скажите, допустим, что вы художники-реставраторы. В общем, говорите все, что угодно. Что вы пятидесятники, адвентисты, монархисты. В общем, говорите все, что хотите. Но без икон не возвращайтесь. Прекратить галоп. Да, в таком виде ехать нельзя. Христа ради. На площадку, не подадут. Да, иду. Так что подберите себе что-нибудь посолиднее. Посолиднее подберите. Да. И без глупостей. Это для обуви. Грабище. Суптер. Посадка вся в кадре. Все работают, внимание. Подожди, дай, что такое? Это лучше. Подожди, Маруся, задавлю. Сдохну, придурок. Мария! Что здесь происходит? Валерьян! Это, вы только не волнуйтесь. Валерьян! Нет, сейчас, это не друзья. Валерьян, сейчас. Да, дорогая, это для моей новой пьесы. Подбираем костюмы, ищем образы. Рано! Идиоты, что вы напялили? Да? Посохи где? А посохи у реквизитора. Плох тот костюмер, который мечтает стать реквизитором. Вниз давай, Слава, вниз! Давай, я сейчас сам спущусь. Идиоты, что вы напялили? Ну что вы напялили? Для столицы это, может быть, сойдет, а в провинции вас первый сумасшедший дом заберут. Правда? Заткнись, размечтался. Костюм должен объективно соответствовать социальному типу человека. Я вас сам одену. Стоп. Этот, остановитесь! Пожалуйста, гостиница «Лето». Куда? Ты что? Ты сам идиот! Это сейчас там идет! По крышке! Кто так обзывается, сам называется. Пожалуйста. Стой! Подвези гостиница «Лето». Пожалуйста. Червонец. Червонец? Я дам, заплачу. Так, деньги вперед. Да, пожалуйста. Вот. Быстрее! Отель! Багажник открывай! Это что такое-то? А? Ты, слушай, ты куда нас привез-то? Это что, туда-сюда стоит червонец, что ли? Наглец. Ну это вообще, это... Заёшь, видел наглых, таких наглых. Даже в моем сумасшедшем доме такого быть не может. Вы что, не видите, я занята?
За мной. Че? Че он себе раздел? Алло, Зубатова? Ты? Это я. Из райкома. Сейчас тебе приедут три художника из столицы. Номер люкс. Чтоб все было тип-топ. Вечером зайду. Все. Добрый день, товарищи. Добрый день. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Разрешите, извините, ради бога. Проходите, товарищи. Проходите. Извините. Тихо, товарищи. Бронь райкома. Подождите. Простите, кто это? Осторожно. Это известный столичный лектор из Москвы. За книги с гражданином без общества знания. Сразу без знания он перепознан. Я прошу вас, тихо. Прошу. Я умоляю. Здравствуйте. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Добрый день. У нас вещи там. А я помогу. Да, я помогу. Нет, у нас проходите. Вещи. Я помогу. Господи, какое счастье. Я сказала оставить меня в покое. В этом номере останавливались самые знаменитые люди, приезжавшие в наш город. Маслаченко, который играл за «Спартак». Пожалуйста, вы за «Спартак»? Да. Ну, да, все да. Москвичи за «Спартак». Здесь жил бывший муж Аллы Пугачевой, бывший муж Эдиты Пьехи, племянница Леонтьева, и бронировали для Кашпировского. Ну, он уехал в Штаты. Да, из-под Курска джаз-банда приезжала, Лилипутов. Так вся банда в этом номере и жила. А вот знаменитых художников не было. Нет. На вашу долю выпала, может быть, самая ответственная миссия. Вы прибыли в замечательный момент. Наш город доживает последние минуты. Не обращайте внимания. Он пережил Занзибарское землетрясение. Я понимаю. Так вот, последние минуты перед выборами в местные советы. Так вот, а вот вы поможете нам в платформе плюрализма. Спасибо. Поможем. Поможем. Надо сматываться. Я думал, хоть здесь будет тихо. Перекура не будет. А пожрать бы. Рад приветствовать мастеров кисти. От лица мастеров хорошего аппетита. Директор ресторана «Леда» Зураб Вахтангович Сидоренко. Лена, вперед. А вы это... Знаю, не заказывали. Но это, так сказать, наш обычай. Хлеб-соль. И простите за откровенность. Аванс. Леночка, накрывай. Леночка, отставить. Продолжаю. В самом центре города мы строим новую высотную гостиницу. И, разумеется, с рестораном. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, мы хотим украсить его работами лучших мастеров кисти и риса. А выборы на нас. Сделаем, Леночка, накрывай. Сидоренко, как-то нехорошо получается. Мы к вам с открытым сердцем, а вы... На колесиках. Аванс. Аванс, простите. Поехали, Леночка. Давайте помочь. Я же на работе. Но если приглашаете. Лена, так и быть. Только чуть-чуть. Чего надо? Рыбаки на перекуре. Переход с Кутузова через Альпы. А? Гуся с яблочками. Можно поросенка в окружении ананасов и гранатов. Вы знаете, можно обнаженную натуру. Не надо. Общественность нашего города хочет видеть нашего дорогого райкома, исполкома, портрет начальника треста. Да подумаем над нашим предложением. Подумаем. Подняли. Подняли. Выдохнули. Выдохнул. Взяли. Без взят. Подумаем над нашим предложением. Подумаем. А, может быть, что-нибудь... Я сказал, подумаем. Вот. Здравствуйте. Ты кто? Саша. Че надо, Саша? А я к вам. Я случайно был там внизу. Занятый. Видишь? Ладно, валяй. В чем дело? Картину заказать хочешь? Нет, я вообще-то сам пишу. Писатель? Заткнись!
Садитесь, коллега. Нет, спасибо, я постою. Садись. Ага. Говорите. Ой, я не умею говорить. Если можно, я покажу вам свои работы. Искусствовед пойдешь. Кто? Я? Нет, я. Все. Ага. Оставьте свой адрес, мы погуляем по городу и зайдем. Ой, спасибо вам большое. Если позволите, я вам провожу вас и покажу вам наши достопримечательности. Историческое. А вот это историческое. Вот что, друг Саша, несись домой и неси все, чем красить. Мольберт, кисти, краски. Молодец, молодец. И рисуй вот этот вот пейзаж. Да так рисуй, чтобы из тебя дух вон. Вот это? Да, да. А мы дойдем вот до той церкви. Так, слушайте сюда. В храм не суетиться. Жили. Ничего не трогать. Просто посмотреть, что, чего. Держаться просто, как туристы. Где ты вдвоем? Я стою здесь. Я слишком приметный. Ну. Пошли. Момент, бабуленька. Момент, бабуля. Ради Христа что дают? Чего, соколик? Я говорю, зачем очередь из нее? Аналойный крест целовать. Соколик. Я за вами буду. Будь, соколик. Угу. Крест! Так вознесся же! Ты вот тебе вмажу разок, ты у меня сразу вознесешься! Гони крест по-доброму! Не промахнись, отче! Филимон! Да я тебе сейчас! Ты меня! Филимон! Отец, вот дай! Прошу следовать за мной! Филин доставит! И вас! Прошу! Его! Итак, дорогие товарищи, и не побоюсь сказать этого слова, друзья, со всей ответственностью заявляю вам, что отечество наше в опасности! И мы не можем поступиться высокими понятиями нравственности, духовности и прочими вещами. Мы не можем допустить, чтобы нашу матушку растащили на мелкие княжества. Только единое, нерушимое, объединенное в мощный кулак, наша Родина может противопоставить себя как внутренним, так и внешним врагам, которые жаждут перейти наши границы, завладеть нашими стадами и колосящимися нивами. Вот так, дорогие товарищи. Я границу как зеницу берегу, отлучиться, помотиться не могу.
Тише, Гриша, так сказать. 115 суток еще хочешь получить, да? А у нас гласность. Гласность, а я что говорю? Через гласный суд гласный приговор. Гласных 15 суток, согласно указу. Да. Так что вот так, если еще раз кто-нибудь захочет лектора перебить, так сказать, сострить, будет 2 недели острить на центральной площади вместе с метлой. Я излагаю, понятно? Товарищи, время без 10:02, пора кончать. Занят? Извините, пожалуйста, простите, что так вот оторвали вас от больших творческих дел. Но контингентик-то видели, а? А профилактика-то нужна. Как в песне поется, если кто-нибудь когда-нибудь страной честно жить не хочет, значит, мы с ними ведем какой? Незримый бой. Да. Извините, так скромно, сами знаете теперь, какие пошли времена. Слушайте, может быть, вы перед этим народом, так сказать, выступите, вмажете им свое политическое, творческое кредо, а? Кредо... Мы с собой не брали, Мармалача не давал. Боем вообще вне политики. Слушайте, ну тогда за знакомство. Политика вообще грязное дело. О, она у меня в огне сидит, политика. Тогда за дружбу. За дружбу. А что вам надо, капитан? Мужики, так сказать, простите, что я вас по-нашенскому, по-простому... Авторитет-то наш пал. Пал. Вот выборы надвигаются, и чехвостить нас будет каждый, кому не лень. Вам бы поднять нас на должную, на прежнюю высоту, как это в застойной было. Вы хорошо, если бы написали наш этот коллективный групповой портрет отличников милиции, так сказать, а? Вообще-то у меня была композиция. Ночной дозор, 1 пункт. Пограничник с собачкой бежит. Тогда за союз творцов. Ментов! Заседание художественного совета. Объявляю открытым. Присоединяйтесь. Чайку бы кто подал? Готово, мэтр. Thank you. Ну что ж, свежо. Свежо, свежо, свежо. А, искусствовед? Свежей не бывает. Как овощи на базаре. Не хватает только уверенности вот в этом. Вот в верхнем правом углу. Девятки. Сашок, чуть-чуть к свету. Ах, как кисть чувствуется. Нелегко будет. Но мы постараемся. Групповой портрет. В стиле Рембрандта. Вот, например, усталый караул сторожит маяк перестройки. Или, например, агитпункт накануне выборов. Да-да-да-да-да. Вы знаете, я как-то не пробовал. А ты попробуй. Ты попробуй, постарайся. Молодой художник должен дерзать. Молодой художник должен... Подайте фото. Вот знакомые тебе лица. Малость одинаковые, с доски почета. Групповой портрет мне блестителей порядка. Красок не жалей. Рисуй вчистую. Если получится, мы тебя повесим. Дурак! В манеже. В Москве. Вот. Ступай. Да-да-да, вот. Тебе сувенир. Горчица. Ступай. До свидания. Ой, спасибо вам большое. Ну, Рубик, ну, король, ну, где? Собирай шмаки. Едем. И ты... Здравствуйте. Я за вами. Сидор Поликарпович хочет вас видеть. Лично. Прошу. Так, товарищи, вы... Садитесь. Да. Спасибо. Прошу, сударь. Я спасибо. Куда? Сюда, пожалуйста. Вот так. Проходите, товарищи, садитесь. Крикуны они и есть крикуны. А мы свое дело знаем. Да хоть 100 партий организуют. Справимся. Все. Конечно, под мою ответственность. Все, все. Всего доброго. Ну, что? Как устроились? Не извольте беспокоиться, все в полном порядке. Не в легкое время вы прибыли в наши Палестины. Кое-кто мутит воду перед выборами, политиканствует. У нас хоть не столица, но тоже есть свои популисты, которые сбивают народ своими авантюрами. Ничего, справимся. На то и объявили перестройку, гласность, плюрализм, человеческий фактор. Видите, мы не отстаем от веяния времени. Рассчитываем на вашу помощь. Надеюсь, что освещать ситуацию будете правильно, потому что народ прислушивается к гостям из столицы.
Хорошо, товарищи. У нас в отделении был случай. В каком отделении? Не стоит внимания. Это пустячок. Он говорит про выборы художников-анималистов. Ну-ну. Ну что ж, не смей больше задерживать. Решать свои творческие задачи. У меня, честно говоря, дело не в проворот. У самого. Если будут какие-нибудь проблемы, обращайтесь к моему помощнику. Восхищен вами. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Хороший человек. Да. Очень простой. Руководитель. И еще раз про свое отделение вякнешь, тебя вся больница Склифосовского не соберет. Скажите, а вам не показалось, что он на меня смахивает? Я как в зеркало гляделся. Ты совсем сбрендил? Посмотри на тебя, кто ты. Кто он? Как он может на тебя смахивать? Вот у нас в отделении, в палате, был один псих, себя за Берию выдавал. Все кричал: Абакумов, приведи мне девочку из 6-й палаты. Так вот, мы его каждый день расстреливали, как шпиона международного империализма. Слышишь, психи! Да не волнуйтесь вы, Егор Тимофеевич. Пускай пошумят. Кто там? Разбудить просили в 6 утра. Просили разбудить в 6 утра. Мы делаем зарядку. Кто? Там. Кто? Уже. Кто? Саша, лейтенант. Тихо ты. Быстро сматываемся. Слушайте мою команду. Берем только самое необходимое. Вот и вот. Не воруй, ворюга! Ты где тебе сказал? Вот так вот, неси. Вот. Не могу. Кажется, вырвались. Хорошо быть художником, извиняюсь, искусствоведом. Если бы не рисовать. Заседание художественного совета объявляют закрытым. Приступаем к главной фазе нашей операции. Открывай сундук. Манька! Ну как же, вот я поймаю, выдеру, как Сидорову козу. Манька! Чтоб тебя, господи, переломай ты рожки до ножки. Манька, чтоб тебя... Господи! Не богохульствуй, грешница. Гришна! Гришна! Господи! Гришна! Ой! Господи! О! Ой! Ой! Теперь с Богом к Матрёне. И чтобы быть святее всех святых. Ой, люди добрые! Степаныч, пух перо полетит от вашего тёлки на сегодня. Уж Матрёна ему покажет. Во какая резервная дивизия к ней подошла. Только этого нам и не доставало. Ты смотри-ка, Попов леший принёс. Это, наверное, всё к Матрёне. Помощники. Чё ты ездишь? Ну, давай быстро в Пенягина. Открыто там. Вот вечером, наверное, и заявятся к нам на собрание.
дадут бой на собрании. Но нам отступать некуда. За нами Россия. Ладно, Россия. Зазвалит они нам Тёлкина. Есть сказ. Заблокируют. Вообще он, мужичишка-то, плюгавенький в мыслях. Ну, кончайте мне ржать, жеребцы. Кончайте орать. Вот дает. Давай, Григорий, садись в машину и дуй в район. И чтобы мне к вечеру лектора хорошего привез, грамотного. И в прокате картинку какую-нибудь хорошую, на вроде Зауру. Зауру. Ты, конечно, телевизионный, Степан. Ну, неважно, все равно что-нибудь позабористей, с голыми девками. Понял, Степан, сделай. Ну, не мне ж тебя учить. Ну, а вечером я вам дискотеку устрою. Ты не очумела, Савишна? Нет, нет, нет. Не очумела я, матушка Матрёна, не очумела. Я чудо великое узрела. Манька стерва такая, чтоб ей и сдохнуть сбежала. А в лесу я святую Троицу узрела. И Манька с ними. Я цельный день по лесу бегала. А она у Святой Троицы сидит. Остановись, чумная! И завтракает. А Бог, который посередине сидит, вот так мне пальчиком грозит и говорит, не смей грешить, Савишна. Да я ты что, крикнула, что ли? Нимбы вот. Над ними так и сияют, так и сияют. А эта стервь, Манька, перед ними стоит и жрет. Не пойму я тебя. Говори по порядку, а то Манька, Троица, грешница. Эх, удивила, знаю, что грешница, ну. Я и говорю, матушка, я козу искала. Ну? Манька колышек вырвала и в лес убежала. Я вышла на поляну и обомлела. Святая Троица сидит на пеньке закуска. О, Господи. Как на иконе, и Манька стервь стоит перед ними и жрет. Да подожди. Да. Может, это геологи или туристы? Их же сейчас как муравьев по лесам шастает. Матушка, да что я геологов ой, не видела? Господи. Ой, Господи, прости меня, душу грешную. Господи, они каждый день ко мне за бутылкой шастают. А балахоны, они... Батюшка, благословите нас. Благослови, батюшка. Гришна. Благослови, батюшка. Пожалуйста. Мы устали, матушка. Путь был не короток. Батюшка. Да, пошли, пошли, пошли. Идите, бабы, идите. Люди тоже святые устают. Прошу. Это вам не телевизор. Милости прошу. Проходите, проходите, батюшка. Проходите. Садитесь, батюшка. Ко мне, батюшка, шли? Или дальше, куда дорога лежит? К тебе, матушка. Я есть игумен монастыря, а эти два отрока – мои монахи. А какого монастыря, батюшка? Орехово Борисовского монастыря. А что-то я не слышала про такое. А мы его только... На майские открыли. Отрадно, что открыли. Нет, не в Отрадном, а в Орехово-Борисово. Я поняла. А ко мне по делу или так погостить? По делу. Ваш братец, профессор Варсонофий, привет вам передавал и велел кланяться. Благодарствую. А какое ко мне дело? Дело такое. Он велел вам кланяться. Сказал, что у вас есть ценные иконы. Вот. Вы их пожертвовать хотите. Они нам в Орехово-Борисовском позарез нужны. Вы даже не знаю, что сказать. Действительно, иконы-то ценные. Алёнушка, моя племянница, сказывала, что им место в музее, чтобы могли все люди любоваться красотой старинных богомазов. Да мы и сами
у наших властей добиваемся, чтобы нам нашу церковь вернули. Мастерские в ней. Ой, просто даже не знаю, что сказать. Нет, матушка, музей отдать – грех. А нам отдать – это на святое дело. Подумать надо. Я и сама в Москву собиралась. Вот в Москве с братом и посоветуюсь. Может, вместе с нами и поедете? Может, и поеду. А сейчас отдыхайте. А баньку нашу не желаете отведать? Как чуяла, сегодня с утра затопила. Нет. С большим удовольствием. Да, сюда, да. Сюда. Чистая. Проходите. Вы идите, идите с миром. Привет, Матрена. Доброго здоровья, Степаныч. Мы как гости к тебе приехали. Да, слава богу. Не забывает старую. Вроде попы какие. Не попы, Степаныч, а да? Отец игумен с двумя монахами. Значит так, как ты не хитра, Матрена, но я тоже не лыком шит. Подмогу вызвала. Тёлкина свалить. Ты мне народ не мути. Ага. Понимаешь? Хоть и свобода, но не, но порядок быть должен. Mm-hmm. А то свихнулись, понимаешь, все. Вот Тёлкина поставим, он нас вмиг разумит. Да. Он как-никак отставник, ему не привыкать приказывать строем ходить. Ой, ой, сохну! Ой, сохну! Ой, на спину! Давай! Я больше не могу! Я больше не могу! Молчи! Молчи, слабак! Молчать! Слайки со мной! Кто там? Старишна, матушка Матрёна велела узнать, не надо ли чего? Спишь-то нещатырного для него. А может, первачка? Чего? Из чистого сахара самогонного. Неси! 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 Господь тебя отблагодарит! Я мигом! Смотри, у меня Матрёна. Господь с тобой, Степаныч. Не, что я несознательная. Монахи эти за мной приехали. Даст Бог, в Москву с ними уеду. Москву? Угу. А я, понимаешь, грешным делом подумал, что... Чё думал? Ну ладно, ладно. Счастливого пути. Счастливого пути. Значит, так и договорим с Матрёна. Ты своё стадо паси, а я своё. А то, понимаешь, развелось баламутов. Слушай, а ты случайно не жаловаться в Москву ты едешь? Да ты что, Степаныч? Ну, всё, всё, всё. Бог помощь. Чуть не разбил. Раны мои бунтовые. Кто к нам пришел? Опять самогонкой балуешься. А где ты учил самогон? Где? Нету самогона. Это что, у тебя святая вода? Небось, попам несешь? Окропиться после с легким паром? Да? А? Ты знаешь что, Степаныч? Что? Ты на меня, пожалуйста, не ори. Ты поймай меня по всем правилам, с понятыми, да? А потом, ох, что он какой нашелся. Видали? Мы свои права нонче знаем. А ты... Да. Это тебе не застой, а я не диссидент. Да. Когда поймаем, не орать, а судить тебя будем. Ой. Сам только третьего дня пить бросил, а туда же отрезвел и сразу судить. Иди отсюда. Монахи. Батюшки-монахи, я принесла. Открывайте. Сейчас открою. Открывай. Подожди. Я тебе сейчас дам такое отделение. Подожди. Батюшки-монахи, откройте, подожди. Возьмите родненькую, а? У меня тут черная. Да не стесняйтесь, что я мужиков голых не видела. Батюшки-монахи. Сюда давай. И куда? Перейди на Федота. Федота на Якова, а потом на всякого. От меня уйди. Ha 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 ha!
А мне? А тебе, Морозе, петь нашу звериную. Даже слепому видней с каждым днем. Хуже зверей мы на свете живем. Вот бы пожить в зоопарке хоть год. Как шимпанзе или как бегемот. Если бы я был в обличии льва, мясо съедал бы я пуда по два. Так бы рычал, что бросало всех дрожь. Все, что положено, вень да палав. Если бы я стал огромным, как слон, я бы слонихом и был окружен. Жил бы в гареме без всяких затей, а государство кормило б детей. Если бы пил человек, как верблюд, не выбирая, а все, что он нальет, был бы не нужен ни лев мне, ни слон. Я бы имела в чулке миллионы. Ой. Монахи, открывайте. Монахи, или меня пустите. Монахи. Прошу, я говорю, прошу. Спасибо, матушка. С легким паром, батюшка. Спасибо. Ой, спасибо. Ой, вижу, Савишна постаралась. Ой, как не кстати-то. Сегодня лектора привезут. Лекции, собрание будет. А вы напились, как назло. Ведь зря подумают, что все монахи пьяницы охальники. Стоп! Лектор, еще неизвестно, кто лектор. На выход. Ой, боже ты мой. Господи. Милиция. Хорошо. Милиция так милиция. Пойдем в милицию. Саша, здравствуйте. А что вы здесь делаете? Ой, здравствуйте, Лена, с приездом. Спасибо. Я очень рад, что вы опять к нам приехали на этюды. Нет, это ваше художество? Ну-ка. Здорово. С каких-то пор вы стали официальным летописцем нашей доблестной милиции. Да нет, Лен, знаете что, это просто меня попросили. Нам приехали три художника из Москвы, такие солидные, маститые, решили меня проигнорировать. Предложили написать групповой портрет. Ну, я, ну, вы знаете, Лен, я, ну, не с натуры, а по фотографии. Я нарисовал, а принес кого с капитану Краскову, а он его не берет, говорит, что столичный мэтр ему сторожит. Куда же они испарились? Вы знаете, я саму маму не приложу. Я был в гостинице, а они тут куда-то испарились. Ладно, Саша, я начинаю понимать теперь, куда они испарились. Давайте забирайте ваше художество и пойдем в милицию к вашему капитану. Я ему сейчас кое-что объясню. Пойдемте. Так вот здесь будем отлавливать лектора. А как? Через резьбовальную засаду. Чего? Мы с тобой подрубаем дерево. Маруся стоит за поворотом, как увидит лектора в машине, делает отмашку платком. Мы с тобой последний удар топориком по дереву. Ляк! Дерево шмяк, электро у нас в кармане. А что с ним будем делать? О, нет, я на кружку не пойду. Я тоже не... Вы что, совсем сбрендили? Все за мной.
ума сошли, что ли? Черт. Ноги и руки переломал. Машины с лектором отличить не можешь. Каждый может ошибиться. На ошибках извиняюсь, учится. Ты еще раз ошибешься. Ты студент мединститута в анатомичке. Тебя собирать. Кадавр несчастный. Капитан сказал осторожно, все в пистолет. Ага. Может быть, это диверсия сектантов фонарь? Какие к черту сектанты? А? Гуцулы, здоровенькие були. Нехай живет и працює наша самостійна Украина. Хуть набим, то... Машина сломалась, а? Что вы делаете? А? Да причули, машина! Боже мой! Зачем вы? Что? Что вы делаете? Что вы делаете? Боже мой, что они наделают? У меня через час лекция, я даже дороги не знаю. Ну, вот, товарищ лектор, вот вам надежный проводник, Маруська. Ага. Пойдете кратчайшей дорогой, прямо через речку. Ага. Пойдемте, пойдемте, извиняюсь, интеллигентно по дороге поговорим, и я вам все расскажу. Я вам расскажу, куда? Как, куда, зачем? Почему. Уберите руку. Я вам все расскажу, вы уберите не волнуйтесь, товарищ лектор. Дорогой, Иван Сусанин. Вот ты без разговоров. Бери коробки за мной. Давай! Подожди! Подожди меня! Заходите, через 5 минут начинаем! Кто на лекции не будет, кино не увидит! Все! О, кого я вижу! Здорово, Степанович! Евлампина, здрасте! Я не знал, что вы батюшку с собой пригласите. Не я батюшку игумна привела, а он меня привел, чтобы послушать, как дальше жить будем. Прошу проходить, милости просим. Спасибо. Милости просим. А? У нас ни от кого секретов нет. Милости просим. А вам намертво стоять, никого лишнего не пускать. Все. Вот туда, батюшка. Матушка, иди сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Проходите, вот сюда садитесь. Уступи старшему место. Так. Здрасте, товарищи. Здрасте. 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 Товарищи колхозники, все вы смотрите телевизор? И видите, до чего можно дойти, когда нет руководящей линии. Кончай, Катя Савишна, как это в стихах. Поздняя осень, грачи улетят, лес опустеет. Поля опустят. Некрасов мой бывший муж. Поэтому я прошу вас голосовать за товарища Тёлкина. А какой он есть человек, сейчас нам расскажет приехавший из Москвы лектор. Попросим, товарищи. Давайте соблюдать дисциплину и порядок. Да. Не отсрамимся перед культурным человеком. Не отсрамимся. Угомонись ты, господи. Дорогие граждане и гражданочки, братья и сестры, мамы и папы, дедушки и бабушки, племянницы и племянники, тещи и тести, к вам обращаюсь я, друзья мои. Черные силы метутся. Ветер дует нам в лицо.
Зеленые силы метутся, ветви хлещут там по глазам и по щекам. Из глаз текут слезы, слезы счастья и обиды за бесценно прожитые годы застоя, которые надо было прожить так, чтобы не было мучительно жаль. Жало из пасти вандализма не пощадило старинный храм вашей деревни. Его превратили в ремонтные мастерские под руководством председателя Федюшкина, ставленника аппарата. Так, победим, товарищи! Товарищ лектор, кто вам дал право вести пропаганду против руководящей линии? Я лишаю вас слова! Народ, гласность, перестройка, человеческий фактор, консенсус! Долой Федюшкина, ставленника аппарата! Правильно! У него свой аппарат, а у меня свой. И посмотрим, чей возьмет. Господи, что же это случилось-то? Проехали полдеревни и ни души, а? Судить их надо! Это ж колхозная машина! А вы как допустили подобное безобразие? Да я ж говорил вам, загипнотизировали они меня! А может они это, из тарелки вылезли? Как их? Гуманоиды? А, из тарелки. Так вот из тазика. Наше дело найти и обезвредить. А там разберемся, из какого они сервиса. Куда же тетка-то могла подеваться? А может, они все Леночка, в клубе, в акции? Вы только сначала в управление, потом в клуб. Поехали! Только быстрее, ребята, ничего не могло случиться. Пустите, быстрее! Мы сейчас пройдем. Поехали быстрее! Сейчас погодим, Лешка, ради бога, не волнуйтесь. Быстрее, ты же надо, быстрее! Хорошо, поехали, быстрее! Да, все, вперед! А вот возьмем Савишну. Живет она, вроде она есть, ум, честь и совесть, бог. С одной стороны, первый заместитель Матрёны по святым делам, а с другой стороны, верная раба зеленого змея! Да! Дурак! Дурак! Да что, гага! Гага! По праздникам на работу не ходит. То у нее спас вишневый, то у нее спас яблочный, а то вовсе колбасный! Да! А теперь не те времена! Не те времена, чтобы свободу совести душить! Вот и разрывается наша Савишна между самогоноварением и служением Святой Матрёне и Господу Богу! И сама не знает, что перевесить! Сама не знает, что перевесит. И если молитвы, то попадет она в райские сады. А если проданные ею декалитры самогона, то гореть ей в гене огненной. А вот посмотрите на батюшку игумена. Чего это он припёрся с Москвы к Матрёне? Думаете молиться? Господу Богу! Как бы не так! Узнал отец игумен, директор монастыря, что у Матрёны есть старинные иконы, то ты решил их выдурить вроде для монастыря. Знаем, для какого монастыря, чтоб двух монахов с собой было. Да, что-то, что? Не нравится? Правда, глаза дурят? Юродивый. Все, оперисты! Что? Да, и ты придешь, вот я тебе дам. Вот ты у меня получишь. Ай! Господи, это же вы настояли, чтобы мы пошли. Дескать, наше появление смутит лектор. Как же такого смутишь? Позорище-то какое, а? Хоть из деревни беги, а? Получится, так не договаривались. А меня как разукрасил? Как меня разукрасил? Такую напраслину навел? Что же там происходит? Ты молчи сама-то, уж больно хороша, бесстыжая. Матушка, если самое время в Москву. Мы сейчас донем на вокзал, но аккурат к последнему поезду и успеем. Пойдемте, возьмем только чемодан. Иконами. Да захватим иконы. И на станции успеем еще. Ну что, Анисия? Что он говорит? Он сумасшедший. Ну ладно. Да. Останови. Все. Ну быстрее. Да нет, Лен, вы ради бога не волнуйтесь. Открывай. Соник, Казанов, что ли? Или лекция у них там, предвыборная. Веселая у них лекция. Что такое, а? Открывай, это я, Орлов. Опустите! А еще у нас был случай! Это он? Да, это один из трех. Это он! Берите его! За мной! Другой товарищ! Гражданин, подождите секундочку! Левее заходи! Я умоляю вас, стойте все на места! Правее! Стоять! Стоять, я говорю! Права человека! Осторожней! Сдаюсь! Отпустить! Очко! Рубашку снимай, папаша! А вы не жульничайте! Давай! Давай! Горит синим пламенем! За нами гонится милиция!
Лена, Саша, водитель Гриша и председатель Федюшки! Да подожди, подожди! Смелят пару стрелок! Мамочки! Папа! Папа! Кто-кто в дерьмочке живет? Я лягушка-квакушка. Я бычок-бурундучок. Химчистку не вызвали? Вызывали, вызывали. Слушай, ты возьми-ка костюм и быстро почисти. Пшел-пшел, быстро. Давай, давай. Что так рано, а? Сидор Поликарпович? В Москву еду. Ну, черт, и тут нашли. Да? И отдохнуть человеку спокойно не дадут. Да. Алло, первый, первый. Приготовьте вокзал. Здравствуйте, владыка. Здравствуй. Это я. Благословите, мы на Казанском. Благословляю. Да, да, все в порядке. Слушай, если все в порядке, что за... приезжай в монастырь. Да, понял, владыка. Но не раньше, чем через час. Да, 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 до встречи, владыка. Ждет. А? Ой, ой, тут ты не пройдешь. Иди, иди. Ой-ой-ой! Монахи, громче! Громче! А вы почему не спускаетесь? Валерий Николаевич, Павлиночка, да спасибо. Я не знаю, что бы я без вас сделал. А что дальше? Стоп, вот сейчас начинается кино. Рад вас видеть, матушка Матрёна. Хорошо ли доехали? Слава богу, хорошо. Ой, господи, так торопились, владыка. Владыка, это очень старинные иконы. У меня музей просили, а я жертвую церкви. Прими в дар, отец мой. Ибо сказано в Писании, давайте и дается вам. Прими в дар, владыка. И воздастся каждому по пути его и по плодам дел его. Какая прелесть! А у нас такой дома нет, Валерьян. Разрешите взглянуть? Осторожно. Что такое? Что вы делаете на съемочной спокойно, площадке? Спокойно, ваше преосвященство. Мы из Мура, вы арестованы. За что? За что? За что? Разберем. Люди добрые, это за что? Все гонят, и я гоню. Да, я гоню. Дай, да, отойди ты. Ну, отойди ты же, платье мне порвем. Стоять! Что гоните? Что гоню? Пятилетку в 4 года. Все в порядке? В порядке, в порядке. Спокойно. Ой, я так рада тебя видеть. Ты же попала в руки аферистов. Ой, не говори. Леночка, какая ты красавица. Я говорила, что аферисты. Говорила. Иди, сатана. Я тебе говорила же раньше, надо было отдать их в музей и место в Третьяковке. Леночка, нет, я в новый храм отдам, потому что сейчас много новых храмов открывается на Руси. Слава тебе, Господи. Чего же вы меня забыли?
Меня забыли? Ну что вы, Марк Иванович. То бишь, Маруся. Только вас и дожидаемся. Прошу вас. Внимание! Приготовились к съемке! Внимание, приготовились к съемке! Начали! Начали! Аферисты, дубль первый! Крученко! Ну-ка, иди сюда! Иди, иди! Пугался. Халат-то сними! А, да, прикипел за год. Прикипело! А халат-то числится! Если каждый будет уносить, что будет? Вот на свободе устроишься поварить? Тебе новый выдадут! Я не хочу. Назначьте еще комиссию. Я паровоз. Я паровоз. Опаздывать изволит. Не положено. А может, часы подвели? Да не может этого быть. Да будильник не завели. Какой будильник? Аккурат 8. Сделаешь, а ну-ка пошел! Вон отсюда, чтобы...